Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Сьогодні поговоримо про відкриття нового сезону літнього театру «Морвокзалу». І сьогодні в нашій студії директор літнього театру «Морвокзалу» та генеральний директор «Квартал-концерт» Максим Ткаченко. Максим, вітаємо! Да, добрий день, одесіти, гості Одеси, телезрителі. Добрий день! З нетерпінням очікували старту нового сезону. Дуже добрі залишилися враження від минулого сезону. Які в цьому році вирішили зробити зміни? Да, ну, во-первых, давайте скажем о том, что я нахожусь у вас в студии буквально за несколько часов или за несколько минут уже, наверное, до открытия второго полноценного летнего концертного сезона нашего проекта «Летний театр Морвокзал». Сегодня, 23 числа, 23 мая, в 18:00 у нас начинается мероприятие по, скажем так, по рекламе, по афише. Но я думаю, что можно успеть еще и те, кто не знали до этой минуты или не успели еще купить билеты, я думаю, что сможете еще сегодня успеть. Начнем ближе к 19. Угу. Саундчек уже прошел, артисты уже на месте, гости собираются. Сегодня действительно будет настоящий праздник в Одессе. Мы ожидаем в гостях и руководство города, и руководство порта, и много наших друзей, партнеров, и средства массовой информации, с которыми мы очень дружим и любим сотрудничество наше, и им дорожим. Поэтому всех приглашаем сегодня к нам на открытие. Впереди большой сезон. Перепрошую, чему саме на відкритті вирішили виступи Олега Скрипки та Новані Оркестра? Можливо, це пов'язано з його днем народження? Да, є два моменти. Перший, це, звісно ж, день рождения Олега. Ви опередили мене і проанонсировали. Завтра, легендарному музиканту Олегу Скрипке исполняется 55 лет. І Олег з удовольствием отозвался вот на наше приглашение сыграть большой концерт с оркестром Наони, сыграть его накануне своего юбилея. Вот. И сегодня на сцену с Олегом выйдет не только оркестр Наони, а еще есть небольшой музыкальный сюрприз. Олег приехал со всей своей семьей в Одессу и проведет свой день рождения именно в Одессе. И вау, завтра у него тоже будет достаточно много интервью, пресс-конференция на Морвокзале, так что все желающие тоже могут попытаться попасть туда. На сцену с Олегом выйдет его сын Устим. Устим Скрипка и споет вместе со своим звездным отцом несколько музыкальных композиций, поэтому не пропустите, попытайтесь все-таки попасть на открытие. Це дуже по-сімейному буде, вже очікуємо. Да. І взагалі про весь сезон, хто головні фронтмени цього літа, яких виконавців вирішили запросити та чому такий вибір зробили? Этот сезон будет более масштабным и по количеству концертов, и по количеству, соответственно, зрителей. И звезды, конечно, будут, и наши любимые друзья, с которыми мы сотрудничаем, и которые были и в прошлом году, и новые артисты. Будет несколько новых фестивалей, о которых я тоже сейчас очень коротко постараюсь сказать. Возвращается в Одессу съемка «Вечернего квартала». 13 августа состоится съемка нового «Вечернего квартала», а в конце июля, 24 июля, состоится впервые в Одессе съемка нового женского квартала. Это новый проект студии «Квартал 95». Я думаю, что уже многие знают. Женский квартал с фронтменшей Еленой Кровец и очаровательными девчонками. Это все будет у нас в летнем театре «Морвокзал» 24 июля. А 26 за один вечер целых две съемки, целых два концерта снимаем летний кубок Лиги Смеха и кубок чемпионов Лиги Смеха. Вот. Ну и, конечно же, хочется сказать о новом, большом, грандиозном событии. И я думаю, что этот фестиваль станет, наверное, самым знаковым фестивалем этого сезона. С 8 по 10 августа у нас в летнем театре «Морвокзал» состоится фестиваль впервые в Одессе. Международный фестиваль «Одесса Лайма Рандеву». Фестиваль легендарной лаймы Вайкуле, где в рамках трехдневного концерта, помимо лаймы, на сцену летнего театра выйдет богато артистов
и украинской эстрады, и зарубежные артисты, и друзья Лаймы, и наши друзья. Вот, конечно же, не обойдется без балета «Freedom», без которого Лайма Вайкуле не играет уже своих концертов в последние годы. Вот, будет один из дней, будет посвящен полностью творчеству Лаймы. Это будет творческий вечер Лаймы Вайкуле, в котором многие артисты споют дуэты с Лаймой Вайкуле, споют кавер-версии на песни Лаймы. И, собственно, будет сам большой сольный концерт Лаймы Вайкуле в этот день. И еще раз повторяюсь, большое количество артистов в эти три дня с 8 по 10 августа. Деякі Одесса, в секреті, Лайма навіть, рандеву. Так, скоро все узнаете. З 1 июня почнеться большая рекламная кампанія. Знаємо, що також фестиваля. Гарік Кричевський цього літа. Гарік також Кричевський, 17 августа состоится концерт. У нас будет двухдневный большой фестиваль шансона. И первый день фестиваля будет открыт сольным концертом Гарика Кричевского, а на следующий день будет большой гала-концерт, в котором выступят и Гарик Кричевский, и Евгений Кемеровский, и еще много-много замечательных артистов этого жанра, этой музыки, которую, ну, поверьте, любят. Любят шансон, любим, и много поклонников. Уже багато зірок вітчизняної естради ви вже назвали, але це ще тільки початок. Да. Знаємо, що також буде і Тіна Кароль, і Наталія Могилевська, і... Некоторые артисты даже по два концерта. Наталія Могилевська два концерта, група «Без обмежень» два концерта за сезон. Також буде презентація нового альбому групи «Без обмежень». Будет в конце июня будет концерт на БИС со старым альбомом, а в конце августа, почти уже под завершение сезона, состоится большой сольный концерт с новым альбомом. Ну, да. Декілько синглів цього альбому ми вже успели увидеть, так, на презентації також. Да. І це буде, мабуть, на першому концерті «Без обмежень» також будуть. Да, я думаю, що несколько, да, да, конечно, несколько песен група презентує, да, 27 июня на концерті на БИС, несколько песен із нового альбома. Над названням альбома ми зараз працюємо. Я являюсь еще и продюсером группы «Без обмежень», поэтому активно принимаю участие и в творческой составляющей этого проекта. Вот, и сейчас думаю над названием, скорее всего, он будет называться «Миллиарды». А чи не планують вони кліп знімати в Одесі? Кліп в Одесі, ну, если честно, не было таких планов, но я думаю, что вот если совместить как-то концерт на Морвокзале со съемкой клипа, эта идея хорошая. І ще про виступи. Вже 25 травня планується також ювілейний концерт. Вашого земляка. Так, насправді легенда українського шансону взагалі. Да, Одеси. Автора гімна «Чорноморця» Валентина, да, Куби. Да, Валентин Куба, 50 лет Валентину. Я скажу так, після прошлогоднього концерту, ну, я недооцінював цього артиста, скажу чесно. І після прошлогоднього переаншлага я зрозумів, що цей артист дійсно любим, и его любят как одесситы, так и очень много было приезжих туристов на концерте. И мы сразу же после того концерта договорились о том, что в следующем году на этой сцене, на сцене Летнего театра «Морвокзал», в самом начале нашего нового сезона состоится концерт, юбилейный концерт 50 лет Валентину Кубе, поэтому всех приглашаем 25 числа, это будет суббота, в субботу на концерт Валентина Кубы к нам в Летний театр «Морвокзал». А в воскресенье мы, собственно, закончим этот уикенд праздничный для нас, посвященный открытию сезона. Мы закончим большим джазовым концертом. У нас в гостях, и они уже приехали, уже находятся здесь. И у нас будет трехдневный джазовый такой фестиваль. Будет закрытый VIP-концерт для всех наших поклонников Летнего театра «Морвокзал», для всех наших гостей, клиентов, которые покупали в том году билеты на наши концерты. Будет для них большой концерт профессоров университета Беркли из Соединенных Штатов Америки. На следующий день состоятся мастер-классы от наших гостей и музыкантов. И 26 числа, в воскресенье, то есть на следующий день после Валентина Кубы, состоится большой заключительный гала-концерт. И туда могут попасть уже все желающие, все, кто готовы купить билеты и хотят попасть, могут приобрести во всех кассах города, на всех билетных операторах. Мы продаем билеты в этом сезоне, поэтому всех ждем на...
открытии сегодня, ждем в субботу на концерте на юбилее Валентина Кубы и ждем всех на джазовом большом вечере 26 числа в воскресенье. Чи плануєте залучати зарубіжних зірок, ну не кажучи про СНД, а вже, ну, можливо, з Європи. Да. Значит, у нас в том году был шикарный, я считаю, концерт Томаса Андерса, и в этом году мы планируем повторить, мы ведем переговоры и уже практически договорились и про дату, и про все условия этого концерта. Поэтому я надеюсь, что Томас Андерс у нас выступит снова на нашей площадке в этом году. Будет несколько классных танцевальных коллективов, музыка 80-х-90-х. Это будет фестиваль 80-х-90-х. В том году у нас был он в начале августа, в этом году будет в конце августа, ориентировочно в 20-х числах, фестиваль «Дискотека 80-х-90-х». Mm-hmm. И там также будет несколько коллективов, группа «Таван», «Мистер Президент», мы сейчас ведем тоже переговоры. Я думаю, буквально день-два и окончательные составы, дату мы утвердим. И еще, с минулым роком, перепрошу, было несколько таких прохань глядачів дещо змінити саму концертну площадку, приблизити ближче до сцени трибуни. Як в цьому році ви вирішили підійти до цього такого будівництва? Ну, на самом деле немножко не так. Места посадочные как раз наоборот очень близко были к сцене. Очень близко и было достаточно первым рядам, достаточно громко. Вот. Плюс у нас не было нормальной полноценной фан-зоны. Фан-зона была, получается, по бокам от партера. Где можно потанцевать. Да, от первой части партера. Сейчас мы эту первую часть партера поднимаем на подиум. Теперь у нас весь зал – это амфитеатр на возвышенности. То есть все 2300 посадочных мест – это на подиуме, на возвышенности. А впереди теперь у нас между партером и между сценой полноценная фан-зона, где абсолютно никто не мешает сидящим людям. То есть могут и фан-зона, люди, которые покупают входные билеты, более доступные по цене, и люди, которые желают выйти потанцевать со своих посадочных мест. Эти люди абсолютно никому теперь мешать не будут. И они будут максимально близко к сцене, максимально близко к артистам, к любимым. И будет полная гармония. Розташування сцени залишиться таким же? Расположение сцены остается таким. И кількість глядацьких міст? Ориентировочно посадочных мест 2300, около 2300. Вот сейчас как раз заканчивается. Вот последние приготовления идут к открытию. И расставляются стулья. Уже вот-вот, я ж говорю, уже начинаем уже пускать зрителей. Наверное, уже пока я здесь, зрители уже знали. Уже миссия, да. Поэтому более точно буду сейчас уже по факту знать. Около 2300 посадочных мест и около 1500 фан-зона. Итого около 4000 вмещает наш концертный зал. Дуже дякую за то, что пришли в нашу студию. Спасибо, ждем всех сегодня и в течение всего нашего летнего сезона. Сегодня в нашей студии директор летнего театра Морвокзалу и генеральный директор «Квартал концерт» Максим Ткаченко. Еще раз дякуємо. Спасибо. И приєднуємось, також запрошуємо, еще можно встигнути на відкриття летнего театра Морвокзалу. Сегодня выступает Олег Скрипка и Наоні Оркестра. Уже в субботу ювілейний концерт Валентина Куби, а уже влітку будет, ну, дуже багато цікавих виступів зіркових виконавців. Мене звати Дмитро Богомолов, ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами.